Казахстане планируют 6 раз увеличить объем железнодорожных перевозок в обход России. В пресс-службе КТЖ заявили, что транзит будет проходить по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. И отмечают, что за 4 последних месяца по этому пути через Казахстан перевезли более 700 тысяч тонн грузов. Своими планами представители оператора поделились в рамках бизнес-форума в Анкаре, в ходе переговоров которого руководители казахстанской и турецкой железнодорожной компании подписали соглашение о сотрудничестве и утвердили 4-кратное увеличение пропускной способности и объема грузопотока к 2023 году по объединяющему страны коридору Карсала-Халаки.